меня не очень фотогенично. Там дождь начинается. Да, я знаю это. Я обычно все время, когда рисовал, дождь шел. И ничего. По-моему, что-то не сижу. Рисую гораздо любимую погоду. Плохо ложится, мел. Thank you.
Нет, пакет есть. Хочешь, Саня, кефирок? Или чем-нибудь похавать? Да, я кефир, кстати, пью постоянно. Только и оставить? И у меня это... А? И когда какая-нибудь девка курящая, она смотрит на меня, как на кого-то дебила. Когда видит, что я пью кефир. Вместо того, чтобы увидеть для меня. Похоже на себя человека. Потом она сидит в постоянно рисую на наждачках пейзажи. У меня уже очень много таких пейзажей. Может, ты мел на наждачке лучше рисует восковую? Нет, восковую вообще не рисую. Наверное, не сухой. А вот это сухой мел. Почему? Ну, потому что я, знаешь, начинал рисовать как так мелками на асфальте. Моя цель — город сделать красивым, а потом
Из-за того, что под дождем постоянно смывало. Я стал рисовать. А вы туда делали? Ждачка, чтобы сохранялась. А, она больше держится, получается. Что? Вы туда делали? Она всегда останется. Ладно, делал. Днем не осыпается. Не осыпается, он как настоящая картина. У меня очень много таких картин дома. Ну, никто не покупает. Ага, дождь ну, меньше стал. Работает ручка, чтобы покупать материалы для рисования. Хотел предложить им купить. Пусть давай. Я могу сходить чок пить. Только я думаю это. Смотри, Саня, дождь начинается. Ну, испортил рисунок. Это, я, наверное, все-таки... Ты не против, если я побегу?
Не, мне там нельзя. Я там буду на этом, на машине. И по... А вот такие уже несколько раз было. А сколько там груз? Да вот, он готов прямо сейчас. Как появится груз. А это где? Сталинград. Я-то туда поеду на машине. Сейчас я попробую позвонить своему. Давай, звони быстрее. Звонка. Сказали, что сейчас будет. Звонок звучит. Я, видишь, как бы мог бы поработать, просто такие случаи, что а вот потом говорит, вот типа машина стояла, все равно, но тогда за грузчика платят, а за машину начинают хотел бы сейчас поработать грузчиком на Ленинградском. Да. Ну, со мной. Где именно там? На Ленинградском где? Ну, возле церкви. Возле церкви. Блин, если я на час позже. Ну, примерно на час. Возле церкви сможешь? Поеду. Лёв. Ну, там надо. Подходи тогда. Подходи. Вот. Все, ушел. Все, я подожду. Ну, а, сейчас. Я их сейчас заберу.
думаю, что минут через 20. Это все дело перенести. А что там, все нашли, узнали ли? Не, у меня тент не снимает. Это если накладывать, надо вилами. Вилами надо. Все, собираемся. Собирайся. Сейчас одеваюсь туда. Ну так нельзя. Ну все, я собираюсь. Сейчас. Такой насыщенный. Искал за ним вещи, то есть вот эти, короче, раковину снимал, флажку, наполнил водой, я задумал, не мог. Короче, кружку маленькую, скотч, сделаю уборку. Я пришел в 9 часов делать уборку, она сказала, нет, после 5 нельзя делать уборку. Ты ее все виноват. Я, блин, мама, я же не знал, что после 5. Почему? Эй, в общем, я не буду продолжать такой вот. Там, в общем, она так видит. Там какие-то духи и наши фразы, что нельзя делать уборку. Саша, я видел у тебя в группе, не знаю, одну из новых. Последняя. Вот. И там
силы вот этих. Thank you.
Thank you.
Thank you.